Во время обучения студенты часто жалуются на то, что им тяжело продвигаться в какой-то задаче или они просто не понимают какую-то большую тему. Как же сделать свое обучение более эффективным? Рассмотрим 8 советов, которые помогут вам продвинуться в тех темах, которые вы не понимаете. Причем это касается как обучения на Хекслите, так и при изучении любого нового материала. Используйте конспекты. Во время обучения записывайте все в свои собственные конспекты. Не опирайтесь только на то, что перед вами есть текст или какое-то видео. Запишите это отдельно, например, в формате Markdown. Так вы сможете выделить те участки, которые достаточно сложны в понимании или тяжело учатся, оставить к ним свои заметки, комментарии, возможно, какие-то ссылки на сторонние ресурсы. Разберите задания построчно. Иногда бывает, что из условий задачи вам ничего не понятно. Что же можно сделать в таком случае? Здесь можно дать 3 таких подсовета. Первое. Посмотрите на тесты. Сравните, что приходит в функцию и что она должна вернуть. Второе. Посмотрите в обсуждение. Скорее всего, если формулировка действительно немного неясная, кто-то из студентов уже спрашивал о том, что конкретно это значит. И, наконец, попробуйте проанализировать то, что уже дописано до того блока кода, который вам нужно написать. Как двигались данные, как они получились, что было до этого и что с ними произойдет после, если, конечно, такой код есть.